Для участия в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» вам необходимо пройти регистрацию на сайте наше-подмосковье.рф. На указанную вами почту поступит ссылка для заполнения анкеты участника премии. Заполните основные поля и расскажите о своем участии в общественной жизни Подмосковья. После одобрения анкеты вы можете подать свой проект или присоединиться в качестве участника инициативной группы проекта. Каждый соискатель может заявить только один проект. Не допускается участие в качестве соискателя и члена инициативной группы другого проекта одновременно. Также члены инициативной группы проекта не могут быть членами инициативной группы другого проекта. Проекты подаются в категории в зависимости от количества участников, вовлеченных в реализацию проекта. Это сделано для того, чтобы у всех проектов были равные возможности на победу, чтобы они соревновались в своих, так называемых, весовых категориях. Проект может быть подан в одну из четырех категорий. Инициатива – количество членов инициативной группы, реализующей проект от 1 до 15 человек. Команда – от 16 до 50 человек. Объединение – от 51 до 100 человек. Сообщество – свыше 100 человек, участвующих в проекте. После выбора категории вам необходимо указать направление и тему проекта, указать цели и задачи проекта, максимально полно описать достигнутые результаты и прикрепить материалы, подтверждающие реализацию проекта. Очень важно заполнить все представленные поля для объективной оценки вашего проекта советом по присуждению ежегодных премий. До 9 июля к проекту на сайте должны присоединиться остальные его участники. Количество участников вашего проекта должно соответствовать выбранной категории подачи проекта. Дополнительную информацию об условиях участия вы можете найти в разделе «О премии» на официальном сайте наше-подмосковье.рф.